вращение, присядка, разножка и дроби. Каждое движение ребята из ансамбля «Василек» исполняют с большим азартом и блеском в глазах. Выкладываются по полной, даже на репетициях. Владислав Фролов в составе коллектива уже 6 лет. Не жалеет ни сил, ни времени. Народные танцы, признается юноша, ему по душе. Не только к белорусской культуре приобщают, но и физическую форму развивают не хуже, чем футбол. Хореография дает мальчикам хорошую растяжку и, конечно, прибавляет силы. Очень интересно наблюдать, когда идет награждение, и ты сидишь, очень волнуешься, ждешь награждения своего номера, и вот очень хочешь, чтобы твой номер занял, конечно же, первое место. Юные таланты – неоднократные победители самых престижных танцевальных состязаний. Недавно коллектив вернулся с международного фестиваля «Рождественская волна», который прошел в Бресте. «Варенька», «Пастушки» или «Вони Ханью». С первых движений бобручане заставили строгое жюри буквально влюбиться в свое творчество. В награду 3 диплома лауреата первой степени, 1 второй и главный приз – гран-при. Плюс сертификат на 150 евро для участия в конкурсе в Грузии. У меня осталось много незабываемых впечатлений. Было очень волнительно выходить на сцену, особенно с номером «Пастушки». Было интересно ехать в автобусе, интересно гулять по Брестской крепости. Мы пошли в Беловежскую пущу, чтобы написать желание в книжке. И почти все васильки написали, чтобы мы получили гран-при. Мне очень все понравилось, я была очень рада нашему гран-при. Было очень все волнительно, страшно было выступать, сцена была большая очень. Хореографию в «Васильке» изучают более 200 ребят, от 3 до 16. Коллектив – своеобразная визитка бобруйска. Секрет успеха в многочасовых тренировках, полной самоотдаче и бесспорно талантливом руководителе Наталье Зиновенко. Железная леди с мягким сердцем оттачивает технику и пластику до совершенства. Она – постановщик танцев, создатель репертуара и дизайнер костюмов. В работу с детьми вкладывает всю душу. Когда объявляет наш коллектив, когда не просто говорят, что вы лауреаты гран-при, а даже вы лауреаты первой степени или вы лауреаты второй степени. Это самое важное. Я всегда стараюсь снимать такие моменты, потому что это самое-самое главное. Видеть глазки детей и видеть то, что они не зря все-таки работают, занимаются, что их труд ценится и вознаграждается. Уже в марте коллектив отправится на отборочный тур Славянского базара, а в мае примет участие в конкурсе «Золотая пчелка». В планах ансамбля пошив новых костюмов и очередной набор в состав. Очень ждут тут ярких и талантливых, особенно мальчиков. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.